Niye 10 уже где-то 20 минут делает обновление, но видео не об этом. Я так тут все подключил. И потом я коротко включил питание блока. Вот это и он начал щелкать. Похоже, что он сгорел. Тут появилась синусоида на свой раз. Возле трансформатора Тесла на одном импульсе. Частота 27 делить на 2 кГц по шпула. И такая самая частота подается импульсом на этот генератор. Этот генератор формирует импульс и это драйвер. Это на пушку подается частота, потом она делится на 2 и тут подается на драйвер. Тут драйвер на транзистор. Вот я в розетку включу блок питания, он начнет трескать. Они заработали нормально. Раньше он щелкал. Тогда попробую снизить напряжение. В какую сторону снижать, уже не помню. Должно быть против часовой. А, вот. А это вообще-то нормально. Наверное, что он щелкает, он не сгорел. Все-таки он при низком напряжении, он как-то начинает щелкать, не может нормально работать. А вот стрелка зашкаливает, он как-то скрипит. Видимо, какие-то наводки собираются. Как соединю отпушку от питания. Подключу на транзистор, который импульс формирует на трансформатор Тесла на эту катушку. И посмотрю, что там творится. Вот такой импульс, длина его где-то 400-500 на секунду. Я попробую уменьшить длину, это на затвор. Теперь подключу. Включить попробую питание. Ну это включить. Он как компьютер зашкаливает. Что-то трещит. Значит, попробую. Выключу. Мы отключить туда. Это от диодного моста идет выпрямленное напряжение на конденсаторе и на это питание этой катушки. Теперь тогда попробую включить. Вот загорелось, треска нет, потребление. Вот еще хочу. Не хочу. Ну ладно, пока. Снизить, наверное, надо частоту. Вот тут секунд фрикнуть. Нужно майн фрикнуть.
Вот частоту немножко снизить, чтобы резонанс. Меньше потреблял, может не будет резко. И вот тут я сделал, поставил в этом месте вот эту доску с этой установкой. Потому что тут земля вот идет, она идет, идет вот прямо там на батарее идет. У меня вот там идет провода на заземление компьютера. И у меня раньше, когда у меня все стояло на том столе, тогда у меня компьютер бывало выключался, зависал, то звук отключался, то мышка отключалась, или вместе с клавиатурой. Поэтому я переставил эту установку и все эксперименты, наверное, если буду делать сюда, чтобы поближе сразу в землю все шло и на компьютер не влияли наводки, и там он не отключался, и его ничего не портило. Так сделал. Все равно как-то вот этот импульс ему похоже мешает, он как-то наводки найдет и начинает неправильно работать. Вот видимо на пушку как-то наводки наводятся и он неправильно работает.